Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Годеда, вам нравится? Ну погнали. Я и про всем сыграть. Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам. Так, хорошо, что у нас есть? Есть рерол, есть что-нибудь? Опа, два рерола есть. Ах ты засранец! Вы задолбали, почему все токи против меня лутают? У них лассо прокает спелп, они с обилки лутают сразу же разведчика и забирают его. Дирижер пока, наверное, не суперплох. И патролить или... Наверное, патролим. Окей. Да вперед поставлю эту штуку. Отсюда можно даже красненького достать. Красненький есть, триплет есть. Очевидно, триплет лучше он. Вопрос только остается, но как? Но как? Два молчезара, эй, поделись молчезарами. Называется ли... Пожалуйста, дайте дирижера. У меня в другую сторону. Опа. Ну, я все равно буду вперед ролл делать, так что... Подожди. Я должен вначале с тобой ролить, либо тебя не ставить. О! Давай вперед. Нет, подожди, как делаем? Да, вперед тебя реализую. Хлистун есть. Очень ранний хлистун под крыса. Я не хочу в это играть. Я же не говно. Ой, куда продаем? Ладно, пофиг, сейчас все равно будем продавать. Так, роллы делаем. Хотя зачем? Не. В общем, на этом персонаже роллы стоят, по идее, ну, как бы по 2, но молчезар плюс эта штука хорошо помогает. Окей. Окей, ребята. Как не рерольчик сразу? Рел за один. Корс. Так, ну я думаю, с этого начнем. Роу. Вообще, вроде можно. Надо ли оно? Только вот они не особо. Ё-моё. То сейчас пока поставлю медика с седунькой. На следующий ход я делаю левел, продаю как раз таки медика. Что там прокрутим? Пам-пам-пам.
То есть продал картежницу, забрал, прокрутил, ну, типа поставил, шестерки копаем что-нибудь. Надо либо отчетные, либо... либо комментарии, да? Тетриса. Ну, короче, там много карт на землю устраивает, прикольных. Ну, тоже монет получает. Эй, он слишком много монет получает. Но еще удар не туда, ударил бы направо, ничего бы сыграл. Ты не крутой. Ну хотя бы он этот, не нашелся дирижера и продал просто дирижерчика. Теску дает, было бы не очень хорошо ее кормить. Сказал бы слабак, но я и кормлю. Кушать подано. Блин, что-то слишком много я даю. Может зачилить, ладно, ход. Может зачилить все-таки. У меня бран есть, у меня рерольчик есть. На следующий я прям буду очень жестким. Она не успеет, я лицо разобью просто. Она кроме брана у меня ничего забирать не будет. Только бран забирает, ничего кроме. Мы все ставим, пофиг. Кто это? А, в глубоком позитиве, позитива нечисто, тысяча, что? Откуда у тебя тысяча? Откуда у тебя тысяча? Спасибо большое. Золочение того. Сейчас узнаем. В смысле своих денег, я думаю, что да, стоило. Единственное, что стоило ли продавать еще одного рерольщика, вот этот вопрос хороший. Возможности не стоило. Возможно, еще не раньше бы лучше. Ладно, ставлю, пофиг. Роу. Роу. Пам-пам. Никто не тронет мой
Туду, туду. Ладно, чуть силис. Вот это да. Аплодирую всеми лапами. Ну пока жестко пылесосим, ищем что-нибудь. Че, Мурлока в руку, в смысле, с которого мы будем сидеть что бафать? Ну, кот не особо нужен. Давай так. Don't pick up the pieces, just leave it for now, they keep falling apart. Тебя пощаду можно было забрать. А, ладно. Ха. Это звери. Фу, фокус, ну пока крутим. Там шмырлоки, да? Брана, что-нибудь прикольное. Что-нибудь прям жестко прикольное, ребят. Ну давай, ладно. Сейчас соберется.
Нет места на нее. Ой, блин. Сказал, я и подставил случайно то. Плевать. Тетрис. На Тетрис точно места нет. Ну-ка, заберем, пусть будет. Опа! Ну там мурлоки, кстати, которые пробивают, так что, возможно, нашел себе что-то. Может быть, нашел себе даже что-то жесткое. Зачем, Бранда? Я, правда, хочу добиться, брат. В целом у нас понятно, что по стапам. Ну, сейчас я молчали, окей, я понял, за счет чего он побеждал. Сильно. Это он прям быстро повезло с репетом именно. То есть он у меня Брана забрал и в тот же ход нашел себе под своего мрачного глаза именно Мурчалем. Суперлаким. Ну, не буду брать Мутануса. Что там в итоге зверя? Мне кажется, про зверей можно вообще в ФК сидеть. Типа, что нам сделает? Отлил суперлаки по мойку. Так он раньше мог, он в третье место отлетел так-то, точнее занял третье место. А мог просто отлететь. Если бы нашел себе улучшение. Улучшение, продолжение. Гоп, сейчас закрывашку. Все, что ли, Кацидл ушел, ну понятно. Все с тобой понятно. Бран, триплеты пошли, ну да, да. Да, нормально. На, ну хорошо. Не, ну на Милхаусе, на самом-то деле. Игра была близко к идеальной, то есть, на самом деле, нас очень хорошо раздало. Типа, и триплеты, и реролы, там все на свете есть. И подпеки, ну, то есть, никто не пробивает, и сейчас с ним крутимся, делаем, что хотим. У нас там дирижер плюс молчезар, роллы за два получили, ну, в смысле, которые за два, они у нас бесплатные, у нас карты дешево выкупаем, все прям вообще здорово. Ну, как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.